Короче, получил субсидию, помощь молодой семье в покупке квартиры. Купил себе однушку вот такую. Нормально, уютно. По мелочи ремонт сделать. Тут застеклить, значит. Тут тоже застеклить надо. О, пойдем снаружи покажу. Нормальная квартира, пойдет. Чуть поживем, а там разбогатеем нормально. Вход такой в Россию тоже. Дверь надо поставить, бомжи будут лазить. Вот, так что это, если что, заходите в гости. Будем ждать.